Финал конкурса «Умник-2019» Ненецкого округа прошел сегодня в Нарьян-Маре. В нем приняли участие молодые инноваторы в возрасте от 18 до 30 лет. По результатам конкурсного отбора каждый победитель получит грант в размере 500 тысяч рублей. Ольга Русл продолжит тему. Цель программы «Умник» – поддержка молодых ученых, реализующих инновационную деятельность. Финал регионального этапа конкурса, а в Ненецком округе он проходит впервые, вышли 4 участника. Среди них Юрий Дитятев – молодой перспективный экономист. Его инновация – комплекс по финансовому моделированию бизнеса. Юрий предлагает усовершенствовать и приблизить программу к современным технологиям. Проект по разработке программного комплекса по финансовому моделированию бизнеса. Связан с реальным бизнесом. В первую очередь разбираются вопросы, связанные непосредственно с экономической составляющей бизнеса, с вещами, которые отвечают не за рост бизнеса, а за делание его прибыльным. В проекте реализованы инновационные подходы в плане определения рисков, то есть текущих технологий обработки данных развились довольно динамично, быстро. Теория, которая отвечает за финансы в области оценки риска, в области оценки инвестиционных проектов, она осталась еще в середине 20 века. Среди работ конкурсантов различные проекты, в том числе по переработке мяса, оленины, дикоросов и другие. Жюри предстоит оценить проекты. Я хочу сказать, что заявки неплохие, заявки хорошие. И то, что молодые люди хотят себя попробовать и внедрить что-то на территорию округа, новые решения, я думаю, что они молодцы, по крайней мере, заявиться громко и потом это верить в это и сделать это самое главное. Но окончательный итог подведет экспертная комиссия Фонда содействия инновациям. Победителю предоставят грант в 500 тысяч рублей на 24 месяца. За это время необходимо разработать свое инновационное решение и предоставить исследовательскую работу. Наука – это вещь такая, когда можно что-то такое совершенно, как сказать, сумасшедшее придумать, но на самом деле это оказывается же, поэтому все может быть. Здесь нормально, я считаю, что все такие земные хорошие решения приняты. Кроме того, конкурсом предусматривается второй этап. На эти средства инноватор может приобрести оборудование и внедрить проект в жизнь. Мы очень надеемся, что это даст толчок развитию инноваций в Ненецком автономном округе. Появятся новые технологии, которые можно использовать на севере, такие, которых нет ни в одном регионе. И вот мы очень надеемся, что этот конкурс даст толчок и возможность молодым людям изобретать и с помощью грантовой поддержки реализовывать свои проекты. Конкурс проводится в рамках реализации в Ненецком округе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».